Здесь, на улице Краевско-Греческая, территория не отличается благоустроенностью. Вдоль дороги разрушенные сараи. Да и сама дорога разбита. По ней, как жалуются люди, курсировали КАМАЗы и выгружали строительный мусор. Весь склон слева от дороги, ведущий к бывшему ресторану «Старая мельница», теперь сильно захламлен отходами строительства. Более того, он имеет кадастровый номер и владельца участка. Как выявили в Хостинской администрации, мусор привозили с улицы Черноморская, 35. Собственник земельного участка уже установлен, вызван в администрацию Хостинского района на составление протокола об административном правонарушении и выдаче требования. Вот. Также написано письмо Министерства природных ресурсов, чтобы они привезли сюда специалиста, рассчитали расчет ущерба, нанесенный окружающей среде, и в рамках своей компетенции также приняли меры. В течение 10 дней свалка должна быть ликвидирована силами нарушителей природного законодательства. В случае ее неустранения все материалы будут переданы в суд для привлечения к уголовной ответственности.